Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Ярик Лапа, и мы, конечно же, продолжаем смотреть моды для Майнкрафт. В этом видео покажу вам мод, который добавит всего один моб. Этот один моб — Диско Крипер. Настоящий Диско Крипер. Он танцует, сгибается, вот так, такие вот движения делает, мерцает и, конечно же, прилично-таки взрывает. Так что, если вы случайно услышали безумную музыку примерно 70-х, да, лучше вам бежать. Он так завлекает свою жертву своей музыкой, а потом конкретно подрывает. Вот он, супер-диско-диско-крипер. Смотрите, какие движения, какие движения. И супер-супер-безумная музыка, которую слышать вообще невозможно. Это не крипер, это что-то невероятное. Так, давайте его завалим, попробуем, как его завалить. Ну, нормально. Как для алмазного меча, я считаю, что очень даже неплохо. Так, так, давайте еще поставим. Дело в том, что если музыка очень-очень такая вот быстрая, да? Вот бывает, ну, мы только что слышали, да, вот такая вот музыка. А музыка ускоряется, если мобов очень много на одном месте. То есть получается, если одного поставлю, а? Он так делает. Еще одного быстрее. Еще одного еще быстрее. Еще одного, ну, очень быстро. Еще одного и... колбаска, просто реальная колбаска творится. Да, вот такие вот чудеса, ребята. Крипер, который танцует. Кто бы мог подумать. Спасибо всем огромное за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч.